Были другие, но люди ушли в город. Здесь жить тяжело. Очень странная ферма. Не бойся. Завтра мы будем далеко отсюда. Давай спать.
выспалась? Я велел тебя не будить. Спасибо, мне это было нужно. Будешь кофе? Ну, я пойду. Спасибо. У нас на ферме много работы. Можешь остаться на пару дней. Помочь немного. Платить нечем, но у тебя будет еда и ночлег. Что скажешь? Да. Да, хорошо. Хорошо. Рабочая одежда у Кори. Переодевайся. Ну что, поработаем? Что надо сделать? Принеси овцам воды. Справишься с этим? Ну да. Останешься? Похоже на то. Клево? В смысле, еще одна пара рук. Спасибо, Джоди. А? Притащи сено из сарая. Помоги, Айда. Куда ты, Айда? Один тюк, не надо сразу тащить всю кучу. Джоди, обед? Иду. Сейчас только здесь закончу. Положи где-нибудь. Спасибо, Джоди. Пора обедать. Иди к ребятам, начинайте без меня. А вы? Попозже. Я еще не закончил. Ладно, увидимся.
Садись. Ага. А правда, что ваша бабушка молчит уже много лет? Да. Отец говорил, она молчит со дня смерти прабабки. Прошло лет 30. А вокруг живут другие наваха? Раньше тут было полсотни ферм, а теперь только мы. А остальные испугались. Остальные решили податься в город. Пустыня не всем по нраву. А что за шум был ночью? Как будто кто-то стучал по стенам. Просто ветер. В пустыне он звучит необычно. А мертвые овцы? Что с ними случилось? Та буря. Вышли из загона и задохнулись в песке. Ты всегда такая любопытная. Когда чего-то не понимаю, да. Да? А если я тебя начну допрашивать? Откуда ты пришла? Что здесь делаешь? Тебе ведь не понравится. Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. Извини, мне надо работать. Не обижайся, Джоди. Он только с виду такой злой. Наверное. Ну, пора за работу, а то отец рассердится. Увидимся. Молодец, Джоди.